Идеальный день. Проснуться с семьей. Ну, наверное, солнечный, веселый, приятный. А не в Красноярске, на море где? Ой, поваляться на пляже, на море. Вот, это классный самый день, да. Чтобы было солнышко, тепло. Спать целый день. У нас сегодня живопись. Вот это моя любимая тема в жизни. И мне очень нравится натюрморт. Я получаю удовольствие, когда солнце его освещает из окна. Как будто цветок расцветает. Он такой становится весь другой немножко, чем когда солнце уходит и все такое мрачное. То есть сегодня получается идеальный день. Если еще я сдам экономику образования, это будет вообще супер день. Спать, наверное. В первую очередь поспать до обеда. Прогуляться на свежем воздухе очень люблю. Можно сходить в какое-нибудь интересное место, на выставку, например. Погулять по городу. Вот погулять просто по городу, полюбоваться городом, сходить куда-нибудь в парк. Вы знаете, это бывает по-разному. Иногда даже мечтаешь просто сделать генеральную уборку дома. Конечно, общение с дочерью, конечно, общение с книгой любимой. Я представляю свой идеальный день. Это в первую очередь с прекрасной погодой и с семьей, и с моей подругой. Ты проснулся в хорошем настроении, идеальная погода и хорошие друзья рядом. Ну, светлый солнечный день с хорошей приятной прогулкой. Читала книги. Вот, мне не хватает из работы читать книги, я читала книги. Спать, просто спать, отдыхать. От жизни маленько уставшие люди, уже надо всем маленько отдохнуть, поспать. Птичек покормила, мне их очень много, поэтому кошек покормила, это тоже важно. Ну и себя любимую. Ну вот так и проходит день.